Так, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы вроде, если я помню, мы словили вот редких покемонов, это, сейчас, секундочку, поменяем. Итак, в прошлом эпизоде мы вроде словили вот редких покемонов, то бишь стартовиков, это у нас был, сейчас Марштомп, а первая эволюция Муткип вроде было. И мы еще словили Пуплипа, он вроде у нас в компьютере лежит. И вот сейчас я офигею просто. Пару эпизодов назад, вроде, да, люди мне написали, кто-то написал в комментариях, что вот там, ты там бегал, там, ты что-то делал, и вот там на какой-то минуте у тебя за спиной там в джунглях заспавнился Мью. Я когда посмотрел, я действительно увидел Мью, и я просто нажал на паузу, и где-то не знаю сколько минут сидел, просто охреневал с того, что я, что Мью заспавнился, я его не увидел. Вот, я стоял вот тут. И когда я вытащил покемона, ну, с помощью удочки, когда мы рыбачили, начался бой же. И когда вот так камера вокруг меня крутилась, я вот там, вот на этом месте, где я смотрю, вот там. Я увидел действительно Мью. Спасибо, что вы хотя бы написали, что там реально заспавнился Мью. Я просто такой сначала посмотрел, что-то не вырубился. Действительно, вроде смотрю фигурка Мью. Потом присмотрелся, такой смотрю. Ни хрена себе это Мью. Я просто такой сидел и просто охреневал. Мью у меня за спиной заспавнился, я его не увидел. Об этом, дорогие друзья, можно или сказать, ну, например, я могу сказать, что вот Мью, я просрал Мью, у меня за спиной вот там заспавнился легендарный покемон, даже камера его показывала, но я как-то не смотрел туда. Я вроде потом даже если... Ну, когда я смотрел, я вот так развернулся, вот куда-то вот туда смотрел, а вот тут сбоку с экрана у меня был виден Мью. Вы можете посмотреть это, я не помню какой серии, вроде 68... Не помню, честно, дорогие друзья. Она вроде называется что-то «Рыбачим на пристани». Я не помню, честно, дорогие друзья. Но я вроде читал комментарии, просто мне написали Мью. Я сначала не понял, может, шутка какая-то. Потом, когда действительно пересмотрел... Ну, смотрите, если так думать, то, конечно, да, можно сказать, я просрал Мью, я просрал там легендарного покемона, я мог прийти, даже... Мне просто жалко то, что я не увидел его, и просто-напросто я не подошел к нему, и даже не хотя бы посмотрел вот на него, вот еще один легендарный покемон заспавнился. И мог бы, в принципе, его словить, с одной стороны. Да, действительно, это глупо и кончено, и даже жалко то, что я просто что действительно у меня за спиной... Трико, это... Или кто это? Говорю, это просто действительно... Трико! Охренеть! Вместо Мью Трико заспавнился. А у нас покеболов нету. Это еще один стартовик. И действительно, дорогие друзья, если так думать, то, ну да, жалко. Это кто там на дереве сидит? А, это покебол. Мне что-то показалось, какой-то покемон там. Я действительно просто когда увидел, что у меня за спиной Мью летает, я охренел. Я еще раз говорю, дорогие друзья, я повторю, что действительно очень жалко то, что... Ну, в смысле нет, то, что... Просто глупо то, что я не увидел, что у меня за спиной заспавнился Мью, и то, что я хотя бы к нему не подошел. И просто не посмотрел бы на него. Допустим, это мог бы даже быть Шайни Мью. Я думаю, все знают, что такое Шайни Мью. О, мы, кстати, словили Трико. Я думаю, все знают, что такое Шайни Мью. Это как обычный, например, Мью, но только усовершенствованная эволюция. Он где-то в пол раза может сильнее, чем обычный Мью. И у него синий цвет, да. Ну, я не знаю, может это был Шайни, может это был и обычный. Ну я охренел, когда я это увидел. Я говорю, только жалко то, что я не увидел его и просто-напросто не подошел к нему. Я не знаю, словил бы я его. Ну, в принципе, да, то, что это легендарный покемон, это да. Ну, в принципе, если так, дорогие друзья, смотреть... Это кто такой? Одиш.
Если так, дорогие друзья, смотреть с другой стороны, то у меня уже есть один Мью. Даже если, например, вот тот второй Мью, даже если бы я вот туда к нему подошел, может, ну вот он передо мной стоит, что я бы на него посмотрел, и у меня был один вариант. Это два варианта. Это купить мастербол за 5 алмазов и опять его словить. Или просто отпустить его. Ну, хотя это же легендарный покемон, согласитесь, дорогие друзья. Отпускать его это как-то, даже если он у нас есть, как-то не хочется, можно и так сказать. И просто-напросто, я не знаю, даже если бы я его словил, ну, считайте, один уже такой же Мью у меня есть. Зачем мне другой нужен был бы? Что бы я, ну просто давайте сейчас подумаем, что бы я делал, если бы я словил еще одного Мью? Что бы я делал? Ну, был бы у меня вот этот Мью, да? Вот, Мью. И вот у меня в инвентаре был еще один бы Мью, да? Я бы его вот сюда вызвал. Ну и что бы я делал? Вот, Мью, привет, вот еще один Мью, привет. И... ну это как-то бы тоже глупо было, что вот два одинаковых покемона, что я буду и убивать всех Мью, потому что у меня есть легендарный покемон. И с другой стороны, я еще раз буду убивать всех Мью, потому что второй же такой же легендарный покемон у меня есть. Так, дорогие друзья, ну, в принципе, не знаю, давайте про это забудем, так как действительно этот легендарный был покемон, я его не увидел, но в принципе, вот так. Ну, сейчас я Трико нашел, я просто охренел, знаете, я такой тоже, тоже такой иду в джунгли посмотреть, может там что-то еще есть, и смотрю, бегает какой-то покемон. Мне, если честно, дорогие друзья, сначала показалось, что это Оддиш. Вот я его сейчас голос слышу, где-то там он бегает, а потом смотрю, это Трико, ну смотрю, это какая-то вот крокодильчик такой. А потом смотрю, это Трико. Трико это один из снова как бы с покемонов, которые были, ну Трико это один из покемонов, которые были добавлены в новой версии. Ну, в смысле, вот, в которые были добавлены в новой версии, которые... И, в принципе, сейчас, если так рассудить, то у нас уже есть вроде все покемоны, которые можно выбрать при старте, когда ты начинаешь игру. Давайте раз посмотрим. Это у нас Чаризар, ну, Чармандер, да, Бульбасаур, Сквиртл. Это уже 3. Мудкип, которого мы словили, 4. Кто там еще есть? Пуплип, Пиплуп, вот, который там пингвинчик такой, это 5. Трико, это 6. Кто там еще у нас есть? Давайте слетаем домой. Нет, сюда давайте слетаем. И как раз сейчас заберем компьютер, или мы уже забрали? А, мы уже забрали компьютер. Отсюда мы потом продолжим, я так думаю. А у меня же, чё, вейпоинт не сохранился? Ладно, тогда сейчас я уже возвращаться даже домой не буду. Ну, в смысле, в третий наш дом. Так как вейпоинта у меня нету, а, в принципе, я потом посмотрю вейпоинт. Ну, в смысле, посмотрю координаты. Хотя, если я помню... Давайте я не знаю, что сделать. Давайте я вроде помню, но я лучше включу гейммод только для того, чтобы в стене не застрять. Я вроде помню координаты, это вроде вот такие. Плюс там пусть будет 90 и вроде минус 1740. Да, вот, отлично, вспомнил. Извините, что я использовал гейммод, просто действительно, если бы я там появился где-то в стене, то я думаю, вы понимаете, что бы было. Да, так. И так, сейчас давайте я поставлю нет, сначала я посплю. Ой. Сейчас я вроде, ну вроде все покемоны начальные, которые можно выбрать в самом начале, когда начинаешь игру, у меня уже есть. Сейчас я посмотрю. Так, компьютер. Давайте мы компьютер поставим. Пусть будет вот тут. И давайте посмотрим. Трико, Пиплуп. Кто там еще есть? Мудкип вместе с первыми тремя. Это уже 6. Потом вот Тартера. Я не помню, какая там его первая эволюция. Не помню. Вот Тартера это уже 7. Потом, вот Трико.
Пиплуп. Потом у нас кто там идет? А где мои те покемоны? А, вот. Тайфлоужен. Это у нас вроде 7-8, да. И потом еще Меганиум. Ну, первый это не Квилава, а Синдаквил, вот. И первый это Чикорита. То бишь 8-9 начальных покемонов. Вроде только 9, если я помню. Да. И если так считать, то все покемоны, как бы все начальные покемоны у нас уже есть, да. Так, сейчас что нам нужно? Сейчас я покушаю. А, это вот сюда. Сейчас, ну, может, на этого нападем. Стаю. Ну, в принципе. Убьем я тебя. Да. Да еще, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, есть ли вот этого. Первой эволюции его было, это вроде. Чинчоу, вот, вспомнил, Чинчоу, вот его первая эволюция была, сейчас он Лантурн, и есть ли у него еще одна эволюция, напишите, пожалуйста, дорогие друзья, кто знает и на каком уровне. А сейчас я телепортнусь в свой первый дом, и опять вейпоинт забыл поставить. Да чё ты будешь делать? Ладно, опять мы тпшимся. А, в принципе, уже можно и было и без гейммода. В принципе, я бы тут уже не умер, так как я на листве появился. Ну, вдруг, кто его там знает. Вот так. И тут мы поставим waypoint. Вот так. Сейчас мы действительно идем в первый наш дом. Так. Сейчас я возьму... что тут у нас? Камень листвы я возьму. И в принципе мне нужен еще камень воды. Чтобы, как я понял, пулевак только прокачивается с помощью камня воды. Я так понял. Да, все, тут у нас уже ничего вроде нам не нужно. Да, сейчас. Ну, в принципе, о, я еще Ваприкон возьму. Так как, сколько у меня там еще? Два, ну, ультраболы осталось. Я, может, потом вообще начну делать все ультраболы, как бы все цвета. Я, ну, это просто, не знаю, это можно сказать, просто разнообразить немножко игру. Так как я буду ловить покемонов не только... Ну, в смысле, у меня будут не только ультраболы, а будут как бы все ультраболы. Как бы будут все покеболы. Ну, потом посмотрим. Так, давай марштомб. Вот, отлично, попал. Давай, драгон. Ух, что-то ты... Ну, в принципе, нормально ты его ударил. Вот, сейчас нормально. Так. Сейчас мы побежим сюда, я только посмотрю, я всегда вот сюда выбегаю, смотрю, может какие-то там... О, Пичу, привет! Посмотрю, может какие-нибудь покемоны заспаунились, может покемоны-боссы или, в принципе, еще что-то. Так, ну вроде никого у нас тут нету, такого, которого можно было хотя бы словить или просто-напросто... прокачаться на нем. Вроде никого нет. Мистер Мам, тебе я должен словить. Ты такой маленький. Постараюсь словить. У меня, конечно... А, ну, в принципе, я тебе могу раз ударить, я так думаю. Может... Ну, один ультрабол, можно сказать, я уже использовал. Славлю, нет так нет. Я уже ничего не сделаю. Ну, убил так убил, ладно.
Ничего не сделаешь. О, Пикачу, 11 уровень. А ну, сейчас мы сюда еще пробежимся. Может, какие-нибудь еще... О! Не зря я сюда пошел. Мы нашли еще одного покемона-босса. Давайте прокачаем... Давайте Эконса на него кинем. 63 уровень. Нифига себе. Давайте все-таки Чаризарда. Это будет побыстрее. А, в принципе, и так с одного удара нормально. Power Lens, Ice Heal и диски. Ну, в принципе, нормально. Отлично. А, ну так и знал. А, ну и так с одного удара мы убили. О, Эконс наш эволюционирует. Отлично, то бишь уже одного покемона можно обратно выкладывать в компьютер. И в принципе сейчас я еще эволюционирую Пуливага, если у меня есть камень водный, я посмотрю, не помню, во втором доме. Вот, отлично, эволюционировали мы нашего Эконса, Варбука. Так, сейчас. В принципе не зря я сюда пошел, так как покемона босса мы нашли, и это отлично. Вот, это как бы у меня лес, но я вот так сделал, я вот, можно даже на карте заметить, что я вырубил такое, можно сказать, большое количество леса. Я это сделал вот для того, чтобы, ну, вот так, более-менее, ну, покемоны спавнились не как бы среди деревьев или еще где-то, а просто вот так, можно сказать, поляна, но это не поляна, не равнина. Это как бы лес, вот, ну, если так смотреть, то, что тут у нас пишет? А фиг его знает, где тут, Forest, ну вот, там пишет Forest, это как бы обычный лес, ну, а выглядит как поляна, потому что я все деревья срубил, чтобы вот так более покемоны имели место, ну, не то, чтобы покемоны имели место для спауна, ну, и это, конечно, тоже, но чтобы их более так было заметно, видно. Через деревья вот ты там не очень так рассмотришь какой-то там покемон или еще кто-то. А вот так, например, я думаю, более-менее будет заметно, можно так сказать. Так, сейчас. А сейчас, дорогие друзья, куда мне пойти? Так, это... Никого там нет, никаких покемонов еще. Так, сейчас мы пойдем в наш второй дом. Да, вот. А тут у нас компьютер есть, и тут у нас компьютера нету. В инвентаре у нас компьютера нету. То бишь, сейчас мы слетаем вот сюда. И заберем себе один компьютер. Вот так вот. Да, все. Так, сейчас мы его поставим, в принципе... Сюда можно, да. И кого мы? Мы Эконса положим в наш компьютер. Хотя пока что я не буду его ложить в компьютер. Сейчас я посмотрю, если есть у меня водный камень. Отлично, отлично, отлично. Вот так вот. Даскбол тоже заберем, пусть будет. Априкон, ну, в принципе... Это мы тоже положим сюда. Так, и сейчас, я думаю, сейчас нам эволюционировать покемонов или нет? Я думаю, уже нет, дорогие друзья. Давайте это, наверное, уже сделаем... О, Магмар там еще. Давайте это, наверное, уже сделаем в следующей серии. В принципе, сейчас я еще пойду пособираю покемонов. В этой серии мы нашли Трику, это отлично. И эволюционировали еще одного покемона. О, в принципе, как раз можно будет себе сделать ультраболов. Вот, достаточно-таки много приконов выросло. Вот так. И сейчас мы еще черные соберем. Черных, как всегда, в два раза больше нужно, чем желтых. Сейчас мы их соберем. Вот. И, в принципе, пойдем их поставим жарить. Тут мы вот так, а тут вот так. И что тут?
Эти... О, еще тут у нас есть. Отлично. Тогда мы еще эти поставим жариться. И эти поставим жариться. Ага, и пока еще сбегаем вот сюда. Ну, в принципе, тут у нас еще ничего не выросло. Так, на улице у нас никаких покемонов нет. Может, еще там друг Мью заспанится, а я не увижу. Твою ж мать. Ой, да вот сюда всегда падаю. Вот в это место, наверное, там нужно сделать себе какую-то... Хотя, как я тут сделаю, если я вот сюда выбегаю? А тут шифт же не работает вроде. Поэтому я и падаю, так как на лестнице... Ну, фиг его знает. О, это что там за громадные покемоны? Диглит или три, или как там называется их следующая эволюция? Ну да. Так, ну в принципе сейчас мы еще вот так пробежимся. Ботинки у нас есть, и бегают они, можно сказать, достаточно-таки быстро. Даже не быстро, а летают. Это что там за покемон? А, Кьюбон. Вот тут еще, вот тут один, и там один. Я видел где-то или нет. Вот, вот там. Ну, в принципе, да, еще можно вот куда-то сюда пробежаться. Ну да, в принципе, уже никого тут не будет. Можно еще в лес зайти на пару секунд. Посмотреть, может, что-то там да и будет. Ну, я думаю, что нет, уже никаких покемонов не будет. О, спасибо, напал. Вот так. Так, ну, в принципе, все, дорогие друзья, давайте действительно уже на этом закончим. В принципе, в следующей серии я уже, наверное, эволюционирую нашего... Поливага и эволюционирую, может, еще экзекьюта. И эволюционирую, может, еще кого-то, конечно, если, ну, найду покемонов и прокачаюсь на них. А сейчас, дорогие друзья, давайте на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.